Снова всем привет. Сегодня подготовили к отгрузке экскаватора БП-9 на базе трактора Белорус 82.1. Познакомимся подробнее с этой машиной. Спереди у нас установлен фронтальный погрузчик ПФН-038, номинальная грузоподъемность 750 кг, ковш 0,5 метра кубических с наваренными зубьями. Выглядит вот так вот. Достаточно прочный погрузчик, проверенный временем. Сзади находится лопата для копания. Ковш 0,3 метра кубических объемом. У данной машины несмещаемая ось копания. Глубина копания 4 метра 35 сантиметров. Это внешне выглядит вот так. Сейчас покажем вам в действии, как работает навесное оборудование данного экскаватора.